Всем привет, вы на канале ТКТВ. И продолжение сериала — это третья серия, которая называется «Мой новый друг». Давайте начинать. Я тут просто так тут пела песенку ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, плохо верится. Вы что-то, мне казалось, говорили или кричали? Ни в коем случае я не кричала. Я ведь не хотела нарушать красоту вот этих прекрасных цветов. Там покой цветов, я не знаю. А, все понятно. Ладно, до свидания, до свидания. Дружок, сюда. Да. Так, хватит. Что же мне с тобой делать? Ты, конечно, очень приятный и чудной, но... Господи, о чем я говорю? Я стою рядом с таким драконом, как ты. Это невозможно. Нет, ну почему? Где ты там? Так, ладно, тебя надо, наверное, приручить хорошим манерам. Моя нога. Да. Ладно. Пойду пока на качельках покатаюсь. Вот здесь. Так, ладно. Буду тебя тренировать. Ну, хотя бы начало начнем сидеть. Это лежать. Так, ладно. Хорошо, начнем все сначала. Ладно. Ой, что там все трясется? Так, давай. Сидеть. Хорошо, лежать. Еще лучше так. Встань. Где ты там улетел? Встань. Ай, не падай. О, все чудесно. Ты обучен командам. Ладно, давай поешь хотя бы. Немножко поешь. Ну почему я? Я только себе купила новых пони. Почему, как обычно? Если что-то случается, то именно со мной. Ваше Величество, прячься. Да. Ваше Величество, с вами хотел бы поговорить. Наш ученый, не видели ли вы этого дракона? Что? Нет, я не знаю, какой дракон? Что такое дракон? С вами все в порядке. Мне надо побыть одной. Идите отсюда, пожалуйста. Ладно. Хорошо, я пошла. Иди сюда, дружок. Так, ладно. Надо узнать, что ты хотя бы за существо такое, если тебя даже разыскивают. Ну зачем я это яйцо вырастила? Надо было просто выкинуть его. Так, ладно. Главное, что мы можем тебя куда-нибудь, если что, спрятать. Поел? Молодец, так. Теперь нам надо идти домой, а то уже совсем прям поздно, чтобы тут, ты понял, ходить. Так, сейчас, надо, ай, да, молодец, бери, пошли. Дома у Лили Блоссы. Мы дома, где моя сестра? А, ну, конечно, она, как обычно, боится тебя. Так, пересыпем твою еду. Вот мне что нравится. Вот когда, значит, моя сестра заводит своих собак или кошек, я, значит, должна на это нормально реагировать. А тут я завела себе, в принципе, безопасного дракона. Она на это плохо реагирует. Ну, хотя он не совсем безопасный, этот дракон. Куда ты? Нет, стой! Опять он улетел. Что же мне делать? Где он? Так,
Так, ладно, начнем его приручать. Так, спустя очень многих тренировок и подготовок. Я устала, я целый день, да надо уже больше целого дня его дрессировала, у меня уже все болит. Не трожь камеру, да что ты? Ладно, сестра, где ты? Я тут, а дракон тоже тут? Он стал воспитанный. Все, можешь жить. Ой, хорошо, хорошо. Так, теперь у нас новый домашний питомец. Это тебе домашний питомец? Доченька, я просто слышала, что ученые разыскивают как раз вот этого дракона. Давай мы его отдадим. Ведь с ним ничего не сделают. Нет, его на какие-нибудь опыты мамы сдадут. А он, смотри, какой красивый. Ну, красивый он, конечно, красивый, но... Он скоро будет большим драконом, а это тебе не шутки? Ты же смотрела мультики, они же большие вырастают, поэтому, доченька, как бы я ни хотела, но его придется отдать. Нет, мама, я его не отдам никаким ученым, он будет со мной жить. Ну и пусть, что он дракон такой. Ну, доченька, он же вырастет большим. Я, конечно, все понимаю, но мы его не прокормим. И вдруг он опасен для жизни. Что это вообще такое? Я о таком драконе впервые в жизни слышу. Я зато знаю, каким он вырастет. Ну и каким? Большим, громадным? Ну да, большим. И что у него? Огонь, не огонь. Что он делает? Доченька, мы его должны отдать. Во-первых, у него не огонь, у него молнии изо рта. Еще лучше. Доченька, давай мы отдадим это чудо и будем нормально жить. Дочь, его надо отдать. Нет. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.